Праздничное воскресенье. В Самарской области пасмурно, осадки в виде снега. -2, -4 градуса днем, ночью 0, -2. Усилится ветер южный 5-7, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, небольшой снег. В дневное время -2, ночью 0 градусов, южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем -2 градуса, ночью 0 температура, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем -3 градуса, ночью 1 ниже 0, южный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.